дочь, Рамилович выпить захотел. А чего ж не выпить бедному еврею, если у него нет срочных дел? Если хочешь выпить, так чего ж не выпить, забрели бы с ним в один буфет. А там сидела Хаська, а у ней под юбкой дробом был заряжен арбалет. Чтоб не шухариться, мы решили смыться, и за это Хаське отомстить. В темной подворотне возле синагоги Хаську мы решили пострелить. Мы позвали Мойшу, Мойша уголовник, Мойша свою зародил. В темной подворотне возле синагоги Мойша речь такую закатил. Здравствуй, моя Хаська, здравствуй, дорогая, здравствуй, моя Хаська, и прощай. Зашухарила Шлёву и Арона, и Бог теперь маслину получай. Рабинович стрельнул, стрельнул, промахнулся и попал немножечко в меня. Я лежу в больнице, солнечный Рабинович, с Хаськой пьёт уже 4 дня.